В центре Мадрида, рядом с площадью Пуэрто-дель-Соль, на углу улицы Вентура-де-Ла-Вега находится один из лучших ресторанов Мадрида – ресторан «La Taverna Madrileña». Я тебя привела в этот ресторан-таверну, чтобы мы попробовали вот эти традиционные мадридские блюда. Касида по-мадридски, кальос по-мадридски, бычий хвост, жареные баклажаны, разбитые яйца, жареная телятина и салат из помидоров. Здесь представлено очень много блюд. А какое из них наиболее традиционное? Вот это блюдо, касида по-мадридски, это наиболее традиционное. Суп подается на первое, а вот это блюдо на второе. Выглядит очень аппетитно, давай попробуем. Давай попробуем. Приходите и попробуйте традиционные мадридские блюда в ресторане La Taverna Madrileña.